Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Сегодня счастливейший день, доставили хлебопечку. Расскажу, зачем она мне так нужна здесь. Я, кстати, не первый русскоговорящий блогер, проживающий в Корее, который приобрел себе хлебопечку. А немного позже расскажу, почему. Неужели все так плохо здесь с хлебом, или его тут вообще нет? Забегая вперед, скажу, что есть просто навалом, но это не совсем то, скорее, совсем не то, что русский человек ожидает от хлебушка. Ладно, это я расскажу уже ближе к концу видео, когда мы с вами приготовим хлебушек, будем дегустировать его, а сейчас будет распаковочка. Итак, вот она, героиня нашего сегодняшнего ролика, хлебопечка. Давайте откроем и посмотрим, что же это за бредмейкер такой. В России у меня была хлебопечка, очень простенькая бюджетная модель, я была ей очень довольна, хотя потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться в ней печь хлеб. Ну, получается, что каждая печка имеет, не имеет, а в смысле требует к себе какого-то, знаете, персонального подхода. Это же следует из различных отзывов. Еще когда первую мы выбирали, когда еще мама была моя жива, мы читали отзывы в интернете. Конечно, отзывы были там о том, что, ну, такие, что, в общем, требуется подход. Требуется подход. И вот, конечно, хотелось бы побыстрее найти подход к этой хлебопечке. Так, что у нас тут за инструкция? Чтобы не переводить, так сказать, ценные ингредиенты, муку и дрожжи. И не печь сырые булки. Потому что с первой хлебопечкой моей у меня долго не складывались взаимоотношения. И у мамы не складывались, из-за чего она мне потом ее отдала, сказала, забирать не нужна она мне, я ей не пользуюсь, и вообще не пойми, что она печет. И вот кто бы мог подумать, что потом вот та хлебопечка самая, которая у меня была, она так долго мне послужит верой и правдой, что я буду печь в ней потрясающий хлеб. Кто бы мог подумать, понимаете? Даже в голову не приходило, что вот эта вот проблемная штука, с которой мы не могли сладить долгие годы и даже забросили ее, потом все-таки станет моей лучшей подружкой и будет выпекать мне в хлебушек. Не знала, что вот так вот прям удачно приспособлюсь. Поэтому как бы и радостно одновременно, что у меня появилась хлебопечка, и волнительно, потому что не совсем понятно, как у меня сложатся отношения с ней с первого раза. Или тоже будем друг к другу подход искать. Такая красивенькая. Я выбирала самую простенькую бюджетную модель. Муж, конечно, меня удивил. Я говорила о покупке хлебопечки, ну, в перспективе, что вот, как бы потом хотелось бы. Но он среагировал за 2 дня, и за 2 дня заказал в интернете. И вот она пришла. Я какую выбирала? Ту, которая больше всего внешне напоминает ту, которая у меня была. Я ее оставила в России. Так, где-то тут еще должно быть. Да, очень форма похожа на мою. Как-то она должна вот так скручиваться. Интересно, почему она не скручивается. Интересненько. Вот так вроде вращаешь, она должна сниматься. Не снимается. Что-то другие технологии. То есть у меня была белая. Скарлетт, кажется. Это Kitchen Flower, а у меня была Scarlett. Внешность очень похожая. Ну, меню было попроще. Тут, смотрите, кнопок как-то побольше. И, в общем, я разберусь. Так, мы с ребятами немного прилегли, чтобы изучить инструкцию. Посмотрите, орех какая сонная. Поплыла. Ой, все, зачахла. Глазоньки разбегаются. Ой, Луся, не надо там скоблить. Так, мы легли изучить инструкцию, но я уже тут быстро глазками пробежала.
Так, мой вариант второй. Я чаще всего пекла по этому рецепту. В корейской версии он называется кесокпан. Кесокпан. Быстрый хлеб. Пекла я всегда булку 750 грамм. Время выпечки, видите, стоит 2 часа. Вот увеличим второй циферка 2. 750 грамм, 2 часа время выпечки. Рецептуру тоже быстро гляну, такое же количество ингредиентов закладывается. Но в отличие от моей хлебопечки, здесь еще есть килограммовая булка. Я всегда пеку 750 грамм, потому что хлеб из хлебопечки, он вкусен, когда свеженький. Поэтому килограммовую зачем печь, чтобы ее потом старую есть. Ну, когда большая семья, да. А так, кому он нужен этот хлеб, кроме меня? Так. Ой, перелистала. Вот. Да, вода 40-50 градусов. Точно так же, слово в слово. 40-50 градусов водичку берем. Вот, видите, второй хлебушек меню. Кесок пан номер 2. Да, 260. 260 миллилитров водички на 750-граммовую булочку. Ну, все, дальше можно даже особо не вчитываться. Буду делать по старой рецептуре. У меня есть инструкция из интернета для моей старой этой хлебопечки. Я сравнила по ингредиентам примерно так же. Я буду придерживаться старой инструкции. Так, все, час X настал, я иду в магазин за дрожжами, заодно посмотрим, сколько они здесь стоят. Когда я сюда летела второй раз, я с собой привозила несколько упаковок дрожжей, потому что у нас они стоили 12-15 рублей. А тут мне тоже одна возмущенная девушка в комментариях написала, зачем везти дрожжи, не понимаю, они и тут стоят копейки, пойдем посмотрим, сколько тут они стоят. Так, все, я обулась. Кроссовочки. Пойдемте. Дрожжи есть только в одном магазине, в большом супермаркете Home Plus. И сейчас мы туда пойдем. Я его не очень люблю, потому что они ввели, значит, аутентификацию по номеру телефона из-за вот этой вот всей фигни, ну вы понимаете. Смотрите, расцвел мой цветок. Зря я на него жаловалась. Видите, только пожаловалась, и он одумался. Какой хорошенький. Вот такие я точно в следующем году посажу, потому что они целый день с утра до вечера вот такие вот цветущие. А другие я посадила, они тоже хорошо цветут, но только ранним утром. Вот такие. Не понимаю, почему он не закрылся. Все его собратья уже закрылись. Ранним утром и где-то до 12 часов вот они открытые стоят. Обещали ассорти, а в итоге у меня одни сиреневые. Погодка просто суперская. Я оделась длинным рукавом, потому что мы еще пойдем в общественный центр с мужем. Сейчас он вернется из больницы со своей физиотерапией. Вот. И нам там кое-какие дела еще нужно сделать. А вечером уже как бы прохладно становится. Смотрите, какие антистрессовые персики. Вот так, купить и жамкать. Так, а это что? Это яйцо. Это антистрессовая уточка. Это зайчик. Не, а вот это не прикольно, какой-то твердый. Вот это ерундистика. Выбирайте. Simple Dimple или Pop It. Самый наболевший вопрос 21 года. Ой, тетрадочка. Такая тетрадочка. 1060 рублей стоит. В линеечку. Бананчиками. Это 990. Чуть дешевле. Собачка вот такая. Тоже в линеечку. 890. Меньше 60 рублей. Блокнот в картонной обложке. 4000. 3990. Это где-то 240 рублей. Какие забавные. И тоже недорого, 60 рублей.
990. Ладно, я вообще сюда зашла, чтобы корм купить своим кошкам. Так, хлеб посмотрим. Вот такой 3,990. Вот такой, что это, из кукурузной муки 2,990. И вот такой 3,200. Что-то он какой-то дорогой сегодня. По-моему, был 2,900 раньше. Так, вот такие дрожжи. Здесь 8 пакетиков. Да, 8 пакетиков по 4 грамма. Всего 32 грамма. 3,690. Так, вот я и опробовала хлебопечку. Хлеб испекся. Сейчас буду доставать, резать, смотреть, какой он в разрезе получился. Выпекался 2 часа. Ингредиенты закладывала по старому рецепту. 260 мл воды, 2,4 стакана муки, столовая ложка масла, соль, сахар, дрожжи. В общем, так, сейчас будем смотреть, что там у нас вышло. Так, смотрите, какой получился. Один в один, как из моей старой хлебопечки. Я думаю, вы помните это видео, где мы пекли в хлебопечке. Осталось только в разрезе посмотреть, но я хочу, чтобы он немножко остыл, потому что если совсем горячим резать, немножко может мякушка слипаться, слегка. Так, все, смотрим, все готово, все отлично, все пропеклось. Душистый, ароматный хлебушек. Так, у меня сегодня в меню борщ и вот приготовленный мною хлеб. Итак, пока буду есть, рассказываю вам, как тут обстоят дела с хлебушком, как и обещала в начале видео. Да, кстати, сметаны нету тут, но я нашла йогурт, который максимально похож на сметану, поэтому, когда я скучаю по сметане, я его покупаю. Вот. Борщ сварить тоже, знаете, не дешевое удовольствие. Я вчера была на рынке, и мы купили там дешевых овощей. Так сказать, у сельскохозяйственных рабочих, фермеры, в общем, свои овощи люди продают, которые выращивают, поэтому недорого. Так, самый популярный среди иностранцев хлеб тут тостовый, потому что он самый нейтральный по вкусу, а не потому что он вкусный, скажем так. Так, сейчас я все-таки попробую борща. Хороший. Так, почему тостовый популярный, самый нейтральный по вкусу? В общем, и все. На этом его достоинство заканчивается. На что он похож? Он похож на тот хлеб, который у нас появился в эпоху расцвета капитализма в России, когда стали делать такие дутые булки, используя минимальное количество муки и максимальное количество каких-то непонятных ингредиентов, чтобы из малого количества муки сделать огромный пышный хлеб. И он заполонил полки магазинов. Тостовый хлеб примерно из этой же категории, то есть в нем такое впечатление, что нет никакой плотности. Тут, посмотрите, да, есть плотность, есть упругость. Вот. А тот легко сжимается вот одним движением, вот такой малюсенький комок теста. То есть берешь кусочек квадратный тостового хлеба, он сжимается в малюсенький кусочек липкого, в липкий мерзкий комок. В общем, вот такой вот тостовый хлеб. А в кондитерских, которых тут огромное количество красивого, невероятно красивого, разнообразного хлеба. Вот, но он больше похож на, знаете, на какой-то десертный. Ты можешь купить булочку хлеба, которая напоминает тебе какой-то там темный ржаной злаковый хлеб. Когда ты его откусишь, ты поймешь, что это чисто кекс какой-то с тяжелой липкой мякотью внутри, с какими-то орехами, с сухофруктами, сладкий, липкий. Это не потому, что здесь не умеют делать хлеб. Хлеб это не традиционное для этой местности. Хлеб для корейцев это рис, рис. То есть, как многие из нас раньше не ели без хлеба, то есть в мое детство без хлеба никто не ел, так и тут раньше никто не ел без риса. И сейчас многие без риса не едят. То есть обязательно к каждому приему пищи мисочка риса – это как хлеб. То есть, соответственно, когда нету вот этого представления о том,
какой должен быть хлеб и за что его люди любят. Естественно, рождаются свои какие-то рецептуры, свои предпочтения, на основе которых изготавливаются многочисленные красивейшие булочки, прочая выпечка, которой здесь просто огромное количество. А предпочтения действительно странные. Вы можете купить красивую булочку, и она окажется, знаете, с чем? С начинкой из красной фасоли сладкой. Сладкая бобовая паста. То есть, ну, наш человек не готов к такому. Или вот я недавно купила слоечки. Слоечки вкусные, тесто слоеное, обычное вкусное. А вот промазаны они были сладкой картошкой. То есть, тут это называется кугума, а у нас это известно под названием батат, но мы его редко едим. То есть, прикиньте, слойки со сладкой картошкой. Но это на их вкус. Да, и тут, как вы понимаете, получается у нас с ними мало общего. Потому что, например, тот же французский багет, да, мы не французы, но нам всем понятен этот вкус французского багета. То есть это понятный нам вкус. А что касается корейского хлеба, тут это, ну, не всегда это что-то как-то понятно, не всегда это вкусно для нас. Так, я такая зачухоня, поэтому я не появляюсь в кадре. Я не причесывалась. Так, знаете, хлопотала по хозяйству. Поэтому тут два варианта. Если хочешь поесть того самого хлебушка, покупаешь хлебопечку, печешь. Либо же надо жить в городе, где есть поблизости русский магазин, хороший магазин, где будет нормально печь хлеб. Потому что мы как-то заказывали через интернет. Муж хотел сделать мне сюрприз, заказал из русского магазина, из соседнего города, несколько, значит, товаров. Ужасный мерзкий горох, такой какой-то застарелый. Хлеб бородинский, тоже несъедобный. Я не знаю, чего в нем не хватило. Либо мука, которую использовали, в ней не хватило клейковины, либо жидкости недостаточно, потому что он, ну, вообще, я не знаю, как его есть. Ну и колбаска была такая с жилками, поэтому больше решила не покупать. Поэтому если вы будете тут жить, у вас будет рядом где-то там доехать на автобусе, на машине хороший магазин русский, вкусный, то можете там покупать хлеб и русские продукты. Если нет в вашем городе, то все, обломитесь, кулинарьте сами. Либо же привыкайте к той пище, которая тут. Пища, кстати, это очень важно. Это, поверьте мне, никак не капризы. Это то, что составляет базовый уровень комфорта человека. Вот когда люди начинают так рассуждать легко, ой, да я бы привыкла, ой, да я вот там на 2 недели ездила туда-то, туда-то в отпуск, и там мне было все вкусно, мне так понравилось. Куда-то съездить, попробовать что-то новое, жить постоянно. Это совершенно разные вещи. Еда – это из списка базового комфорта. То есть, если вы долгое время не будете чувствовать запахов той еды, которую вы любите, не будете долгое время есть еду, которую вы любите, у вас реально упадет настроение, и появятся признаки депрессии. Я, кстати, не прикалываюсь, серьезно совершенно говорю. Потому что еда для нас это важно. Мы все немножко с вами пищевые наркоманы. Мы хотим кушать вкусно. А что такое вкусно, тут понимания могут разниться. Я не навязываю мужу свой рацион. Я могу сварить там кастрюлю супа, кастрюлю борща и есть ее там всю неделю. А ему каждый вечер разное могу. Сейчас в период беременности еще тяжело из-за того, что я очень чувствительно стала к запахам. Они меня раздражают. Да, и когда варится какой-нибудь суп, который часто готовят дома,
тут на основе, например, бульона из сушеных анчоусов. Потом, знаете, туда какой-нибудь кабачок еще добавлять. Ну, вы представляете, да, бульон из анчоусов наварили, сушеных. Вот это вот запах немытый, не знаю чего. Не за столом будет сказано. Запах немытый. Догадайтесь сами, немытый чего, который расползается по кухне. Еще туда кабачок, и еще туда яйцо разбить. Или этот, то, что у нас называют соевый сыр, да, тофу. Здесь его называют тубу добавить, да. Вот такой вот супец. Тут не то, что есть, но даже сварить, чтобы сварить его, будучи беременной женщиной, надо набраться определенного терпения. Ну, я терплю, варю. Так, буду заканчивать свою болтовню, расскажу еще небольшую историю, которая случилась тут перед праздником. Я проснулась ночью от того, что воняет в комнате. Я подумала, что воняет кошачьим кормом. Я посмотрела миски пустые. Я подумала, что кто-то, ну, срыгнул, вы понимаете, из котов. Такое бывает у них, особенно когда пережрут или там шерстка попадет. Я начинаю ходить по дому искать, где это. Муж встает, он услышал, что я встала, тоже встает. Говорит, что ты хочешь? Я говорю, вот, кажется, едой воняет кошачьей. Кажется, коты где-то, ну, в общем, да. Он говорит, не-не-не. Это готовится к празднику. Это вот, смотри, в окошке свет горит. Соседка готовит еду к празднику. Ну, вы понимаете, да? То есть вы понимаете, насколько разная культура, насколько разное понятие вкусно-невкусно, приятно-пахнет-неприятно пахнет и так далее. Кстати, конечно же, привыкаешь, что-то даже начинаешь любить. Когда я приехала сюда, первые 2 месяца я просто объедалась корейской едой, я так по ней наскучалась, мне было все так вкусно. А потом я снова потихонечку начала скучать по нашей еде. Ну, вот как-то так. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И пока-пока. Сейчас все, надо закругляться срочно, коты прибежали. Сейчас будут громить. Все громить. Они увидели, что я ем, сейчас будут лезть на стол ко мне.